Если вы прилетели на Тенерифе на месяц или два, то есть смысл купить себе стол, стул или какие-то необходимые дешевые принадлежности в IKEA. На юге острова есть IKEA, которая работает в основном только по заказу. Для этого зайдите на сайт ikea.es, сделайте заказ и через два дня получите его здесь. IKEA на юге Тенерифе раза в два меньше, чем обычные IKEA. Здесь есть только самое необходимое, остальное привозят по заказу.